И снова всем доброе утро, друзья. Продолжаем просыпаться. Глеб Давыдов, Вера Каретникова сегодня работают для вас. Полина, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что же предложишь сегодня сделать нашим телезрителям? Будем сегодня в это прекрасное весеннее утро. Сегодня 1 марта. Всех поздравляем с весной. Наконец она прибыла. Будем сегодня прокачивать дельты, наши плечики с помощью гантель. Если гантель нет, можно взять резинки. С резинками как-нибудь тоже мы покажем, как это делать. Но сегодня, я думаю, у каждого в 21 веке есть хоть какие-нибудь, но маленькие гантельки точно. Начнем мы с отведения рук в стороны. Локти немного сгибаем. Кисти мы никуда не выносим. Ни вправо, ни влево, ни вперед, ни вниз. Но у нас продолжение руки прямая. И делаем отведение в сторону до параллели с полом. И опускаем вниз. Вверху сделали выдох. И медленно-медленно опускаем вниз, чтобы плечи были в напряжении. И опускаем. Сейчас подкачают в преддверии 8 марта все девушки ручки, чтобы подарки и цветы охапками. Охапками, да. А еще как вариант, идея мужчинам, вот можно гантели, например, девушке подарить тоже сразу. Видишь, сколько? Спортивно. Есть вариант, да. Я подарю. Может, лучше полететь. Кто не знает, что подарить 8 марта, дарите гантели девушкам. Теперь выносим руки вперед, прокачиваем переднюю дельту. Сейчас мы, когда отводили руки в стороны, прокачивали среднюю. И переднюю сейчас будем. Отводим вперед, сделали выдох тоже до параллели с полом, руки у нас прямые, опускаем вниз. Сделали выдох, и опять же все делаем очень медленно, держим напряжение, сопротивляемся, опускаем вниз, и быстренько вверх, медленно, и вниз. Полностью сегодня прокачаем и переднюю, и среднюю, и заднюю дельту. А сколько раз так нужно делать? По 15-20 повторений, если смотря с каким весом. Чуть больше вес возьмете, меньше количество. А с пустыми руками? С пустыми 300. Я думаю, больше 50 это точно. Да, кстати. Тоже на запределение очень медленно работаем, тогда в принципе все реально. Руки к плечам, делаем жим вверху, выдох. И медленно опускаем вниз, опять же до плеч. И опять очень медленно все опускаем. Держим напряжение, опустили. И вверх подняли. Вперед мы никуда не выносим, будет уже другая группа мышц. И также назад. Все вверх. Поднимаем вверх, медленно вниз. И быстро вверх. И задняя дельта. Становимся, чуть-чуть сгибаемся. Ноги сгибаем. Корпус наклоняем вперед. Ручки опускаем вниз на уровне груди. И отводим назад. Сделали выдох. И медленно опустили вниз. Выдох. И медленно вниз. У нас опять руки в таком же положении, как мы делали отведение в стороны. То есть немножко согнут локоть, и кисть у нас положение руки прямая. Никуда ее не опускаем. Я вот прям засмотрелась. Честное слово, так красиво Полина все это выполняет. Еще и так понятно все это объясняет, должна сказать. А это немаловажно. Поля, спасибо тебе огромное. Ты настоящая весенняя, утренняя девочка у нас сегодня здесь. Я думаю, что спасибо. Все наши телезрители счастливы тебя видеть всегда. Поэтому мы тебе желаем хорошего дня. Приходи к нам еще. Весной тебе.